Ну, здрасте. Это единственный отель в данном городе, городке, не знаю, но вид очень даже приличный, красивый, миленько. Так, Майкл уже дверь открыл, ну-ка пойду. Ой, вот там надо показать, вот какой вид. Видите? Прекрасно. Так, я теперь, знаете, как параноик, мне кажется, буду заходить в каждый отель и смотреть, есть ли там букашки. Вот, мы забронировали последний номер, поэтому у нас будут две кровати. Будем скакать. Но зато есть выбор, да? Это же замечательно, выбор. Так. Ну-ка, чего здесь еще? Ну, в принципе, все стандартненько. Вот так вот. Просто выход сразу на улицу. Сижу злая. Мы ехали 6 часов к друзьям. Майка, мы уже, наверное, час здесь в отеле тусуемся. А они что-то там запланировали и, короче, даже нас не то, что не встретили, это как бы нет. Они сказали, типа, ну, мы с вами пойдем там в одно место и все, и не отвечают на телефон. Вообще нормальные люди, нет? Так можно, нет? Реально, мы к ним 6 часов ехали. Ну, неужели нельзя, блин, собраться? И быть готовым. Причем мы до этого еще позвонили. Он нам позвонил, сказал, вы где? Мы такие, ну, мы подъезжаем. Он такой, все хорошо, понял, принял. И все, и до свидания. Я такое не люблю. Я бы уже, конечно, пошла. Но Майкл договорился. Вот это их, конечно, чисто американская фигня. Я даже не знаю, как им улыбаться. Вот придут они, а я злая. Вот как мне их? Здрасте, приятно познакомиться. В тынду, блин, таких друзей, как говорится, за пиписку и в музей. Они такой, чё, как дела, чё делаете? Тебя, блин, ждем вообще-то, ты чё? Сказал через 45 минут. 45 минут ещё ждём. Не люблю такое, правда, потому что я бы не торопилась, да, что-то там. Ну, сейчас я уже не буду переодеваться, но когда приехала, могла бы там макияж, да, посерьезнее как-то сделать, все такое, нарядиться, прическу начесать. А особо-то ничего не делала, потому что думала, что мы приедем, и нам надо торопиться. Ну, короче, как есть, так есть. Не прошло и часа, час, точнее, уже прошел. Просто хочу вам показать вот такую темноту. Время 8 вечера. И вот на юге такая темнотень. Так. Вот, не вру, видите? Видите, как красиво. И полная луна. Он наш товарищ. Вечерний городок. Немножечко вам покажу. Гулять не буду, потому что мы же с товарищами с этими пошли пить пиво в местную пивоварню. Братва моя сидит. Тут интересно, смотрите, какие декорации, я даже не знаю, как это назвать. Особенно вот этот мужчина. Ну, красавчик же. Смотрите.
кстати. У них тут еда еще такая специфическая. Прикиньте, положили прям. Ой, ну это вообще капец, кошмар какой. А это моя подруга страшная. Приятно познакомиться. О, божечки. Вот это, догадались же в клетку ее засунуть. Мы чуть-чуть посмотрим красоту вечернего города. И витрины тоже. Сказали, тут очень красивые милашные магазинчики. Миленько. И видите, везде украшения осенние, да? Классно. Декорируют. Вот здесь, конечно, декор. Вот именно витрин магазинах. Очень классный. Так, что-то тут... Ой, тут что-то такое на богатом. Так, ну все равно тыквы есть. Так, тут чего? Так, здесь украшения самодельные вроде бы. Какая-то галерея, что ли, не знаю. Всякие. Ну, это такое, типа, местный стиль, да, вот, индейцев. Так. Открытки, еще какая-то галерея. А, вот сюда мы идем. Ну, все, пошли. Я понимаю, магазин нормальный, да? Там мороженое, кстати. Во, покажу вам заодно домики, какие здесь продаются. Вот. 1,7 миллионов. 5 спален, 4 ванных. Или вот этот. 780 тысяч. 3 спальни, 2 ванные. Вот этот малючка. 215 тысяч. 3 спальни, 1 ванная. Ну и так далее. Все, мы меняем локацию и идем вот туда, вниз. Там какая-то туца джуса, слышите, нет? Там какие-то богини сидят, а вон там мужик колечки задвигает. Видите, у него шкатулка с украшениями. Вообще. Должна вам показать красную шапочку с волком. Вот это мальчик слева, если что. А справа это девочка. Вот такая парочка.